Шуточная песня, имеющая целью свою борьбу с зеленым змеем, называется она «Лекция о международном положении», прочитанная наказанным на 15 сутками за мелкое хулиганство. Но так как его граждане по камере значительно давнее там были, вот они его расспрашивают, и он им отвечает. Я вам, ребята, на мозги не каплю, но вот он перегиб и парадок. Кого-то выбирают римским папою, кого-то запирают в тесный бокс. Там все места блатные расхватали и пришибились, надеясь на авось. Тем временем по всей честной Италии на папу кандидата не нашлось. Жаль, на меня не вовремя накинули аркан, я засосал стакан и в Ватикан. Церковники, хлебальники, росинули, замешкался маленько Ватикан. Мы тут им папу римского подкинули, из наших, из поляков, из славян. Сижу на нарах я, на Рафаминске я, когда б ты знала, жизнь мою губя, что я бы мог бы выйти в папы римские, а в мамы взять, естественно, тебя. Жаль, на меня не вовремя накинули аркан, я б засосал стакан и в Ватикан. При власти, при деньгах или при короне ли, судьба людей швыряет, как котят. Ну как мы место шаха проворонили, нам и этого потомки не простят. Шах расписался в полном неумении, вот тут его возьми и замени. Где взять у нас любой второй в Туркмении, а я дала и даже Хамини. Всю жизнь свою ворота бью рогами, как барат, а мне бы взять Коран и в Тегеран. Ты в Америке ли, в Азии, в Европе ли, тот нездоров, а этот друг умрет. Вот вместо Голдемейр мы прохлопали, а там на четверть бывший наш народ. Плывут у нас по Волге ли, по Камели, таланты все при шпаге, при плаще. Руслан Халилов, мой сосед по камере, там Мао делать нечего вообще. Всю жизнь мою ворота бью рогами, как баран, а мне бы взять Коран и в Тегеран. Успехи наши трудно вчетвером нести, но каждый коренаст и голенаст. Ведь воспитали мы без ложной скромности наследника Анасиса у нас. Следить не за безвременно умершими, уйдет вдова Анасиса Жаки. Я буду мил и смел с миллиардершами, вы дайте только волю, мужики. Вы дайте только волю, мужики. Ну вот все, да, все. На этом закончим. Стоп. Спасибо вам.